Озвучил Майкл Кин. Все началось, как обычная загородная поездка. О, как же хорошо наконец выбраться из города. Пока один из них не выявляет скрытые мотивы. Моя мать дала мне эту карту. Когда? Прямо перед смертью. Этим летом. Один вопрос требует ответа. Зачем она отдала тебе карту? Зачем? Смотрите фильм, чтобы узнать это. Она оставила ее тебе, чтобы ты нашел доказательства ее преступления, о котором не знал? Да. Ну и безумный у нас поход. Вас ожидает тайна. Я понятия не имею, что это! Это был проклятый идол времен Испанской Инквизиции. Эй, ребят, сюда! Но это не единственная вещь, которую они найдут. Я нашел коробку. Вот еще одна вещь, которую они найдут. Но что же внутри? Это карманные часы. Да, верно, но кому же они принадлежат? Роберт и Ли. Безумие какое-то. Ладно. Но как только вы думаете, что понимаете ситуацию, выясняется, что среди них был предатель все это время. Никогда бы тебя не заподозрил. Нет, не показывайте. Вот потому тебя так просто обмануть. Да, он предатель. Почему бы нам не разделиться и не обыскать здесь все? Вы серьезно? Это был второй сюжетный поворот. Да, я пойду с Томом. А это был третий. Как же иначе? Между нами ничего нет. Правда? Ну раз уж мы тут все спойлерим, она его целует позднее в трейлере, а потом умирает. Прощай. Нет. Мой друг. Нет! О да, и он тоже умирает. Это тоже довольно грустно. Но не так, как умирает та девчонка, потому что Том признался, что любит ее. О, это разобьет ваше сердце. А потом они вдвоем застревают на дереве. Это место сплошная ловушка. Так что если у тебя нет гениального плана, нам отсюда не выбраться. У этого парня есть идея. У меня есть идея. И нам не терпится узнать, какая. Я поверить не могу, что ты справился с медведем. У тебя, казалось, нет никаких шансов. Эти 5 минут, казалось, были самыми напряженными, верно? То, как вы с тем медведем были на скалистом обрыве, и твои ноги болтались у него прямо над пастью, и был момент, когда одну из них он чуть не откусил, и ты схватился за ветку, сломал ее и ткнул медведю прямо в зубы. И ты вытащил ногу и выбрался оттуда. И все это в самую последнюю секунду. Ну да, а медведь сорвался с обрыва и пробил дыру в земле. И мы нашли ту самую пещеру, которую искали все это время. Охренеть! Меня чуть приступ не хватил. Да, это было... Невероятно. Посмотрим, какие кадры мы вам еще не показали. Ребят, мы потерялись. Вот, видели? Поцелуй. Эй, ребят, мы уже не заблудились. Готов? Да, он теряет эту руку. Принесите ему воды! Смотрите фильм, который критики назвали бы захватывающим и полным неожиданных поворотов. Например, когда мы узнаем, что его мать все еще жива. Охренеть, такого никто не ожидал. Вы не спрячетесь от меня! Поход за сокровищами. В одном я уверен. Поход я больше не пойду. Если не считать сиквел, который они уже снимают в Марокко. Как же у Индиана Джонса получается так просто? И это самая смешная сцена во всем фильме. Во всех кинотеатрах 16 мая. Озвучил Майкл Кин. Огромное спасибо за просмотр. Больше прикольных видео вы найдете на моем канале и в моей группе ВКонтакте. Все ссылки также есть в описании. You don't have to do it though. I just think it would be cool. But I'm not gonna force you. Because we're friends. You just pushed it. You and I are besties now. Yeah. Did you not push it? No, you pushed it. Okay, cool.